Участница команды Любинского района выполняет норматив разборка-сборка АК-74. Соревнования на скорость по этой дисциплине обязательное для солдат. И девушки не исключение. Технику исполнения норматива большинство этих ребят изучили всего пару дней назад. Поэтому и руки еще трясутся, и время показывают не самое лучшее. Этому и многому другому школьников учили в рамках профильной смены оборонно-спортивной направленности «Орлята России». Продолжительность патриотического слета, который традиционно проходит в лагере «Березовая роща» Саргатского района, в этом году увеличилась с 10 до 14 дней. Программа смены стала более насыщенной. Первую неделю с ребятами проводили занятия военные Омского гарнизона. Они проводили занятия по строевой подготовке, по общевойсковым уставам, по огневой подготовке, разборка-сборка автомата, снаряжение магазина патронами. И уже после этой недели занятий изменения были налицо. Ребята подтянулись, настроились. А вторая неделя у них уже были соревновательные занятия. Была туристическая игра. Приезжали со школы туризма к нам специалисты, мы проводили с ними туристическую игру. Была, естественно, военизированная эстафета. Как обычно, это все проходит при поддержке боевого братства. Приезжали ветераны, проводили для них военизированную игру. Также устроили им бои в лазертаг между командами, они поиграли, выявили сильнейшего. Ну и сегодня приезжали волонтеры Победы, рассказали о своей организации и провели с ребятами квест. Мальчишки и девчонки соревновались в конкурсных испытаниях, в каждом из которых нужно было продемонстрировать ум, ловкость, выносливость и другие качества. Причем чем сложнее и экстремальнее задание, тем больше интерес вызывало у ребят. Адреналин от такого не своеобразного получается соревнования. Да, интересно очень. Первый раз вот такие вот были соревнования вот с автоматами. Немного испугались, когда хвосты были. Сама гуша ваш. Сложные вообще испытания? Да, достаточно сложные. Получается, разборка-сборка, вот сейчас стрельба будет у нас, потом побег из плена, метание гранат. Старт, внимание! Мероприятия смены направлены на укрепление у молодых людей гражданских чувств и ответственности, а также на привитие ценностей здорового образа жизни. Самая красноречивая оценка слета – неподдельный интерес и блеск в глазах. Одну неделю мы чисто учились разбирать магазин, собирать, снаряжать его патронами, разбирать, собирать автомат, тренировались. Потом маршировать тренировались каждый день. Военизированная эстафета больше всего понравилась. Там мы перетаскивали патроны, бежали примерно 100 метров и кидали мячи. Мне очень понравилось, это как бы опыт получить. Я собираюсь поступить на Ломский танковый институт. Мне это понадобится. В день закрытия смены организаторы подвели итоги. В общекомандном зачете третье место заняла дружина Оконечниковского района. На втором оказались ребята из Азовского. Победителем же стала команда Москаленского района. Свое первенство в профильной смене «Орлята России» юные москаленцы не отдают уже пятый раз подряд.